Приветствую вас, любители волшебников. Это шестая уже часть Гарри Поттера. Если что, предыдущие все есть на канале, одна даже с коопом. И эту игру, как и все, кстати, остальные, если я не ошибаюсь, выбрали подписчики в голосовании ППЗ. Игры для этого ППЗ предлагали патроны. Когда это было, я даже не знаю. ППЗ какой это было, 43-й или 44-й или 42-й, я тоже уже не помню. Короче говоря, в описании точно все есть. Поэтому, если вдруг вы пропустили какую-то одну из частей, вам очень хочется посмотреть, вы можете найти тоже их по ссылочкам в описании. Но сейчас мы стартуем, в принципе, все то, что вы уже нахрен видели в пятой части. Мать его за ногу, как можно так взять и, по сути, одну игру продать два года подряд, знает только Electronic Arts, судя по всему. А, про сорвоз Battlefront также можно сказать. Короче говоря, заканчиваем трейдить. Врубаем новую игру. Это я просто как бы создавал профиль для того, чтобы настроить настройки, потому что эта игра настолько потрясающая, что, во-первых, в ней нет Full HD, во-вторых, в ней ограничен 30 FPS, в-третьих, как и в случае с пятой частью, вам нужно сначала зайти в игру, посмотреть вступительные ролики, только потом вам дадут доступ к настройкам. Это просто замечательно. Погнали, короче говоря, новая игра. Надеюсь, сейчас настройки не забьются. О, Electronic Arts. No fucking shit, кто же еще? Warner Brothers. Темный лорд знает, что я служу ему, Беллатриса. Тогда поклянись, дай непреложный обет. Северус Снег, обещаешь, Северус, что ты Снег. Защищай Драко. Снег, Драко серьезно? Смеет, Снег? Ты выполнишь за него приказ темного лорда. Клянусь. Более отвратительную актрису озвучки надо было еще уметь подобрать. И, по-моему, ведьм каких-нибудь озвучивать. Ну, ладно, она понятно, ведьма как бы, ну, в смысле, отвратительных ведьм. Новое нападение. Пожиратели смерти атакуют маглов. Оливандр пропал. Гарри Поттер избранный. Гарри Поттер. Это двухкадровая анимация Моргани. Вот черт! Это озвучка. Черт! Гарри, привет! Здорово! Привет, Джинни! А. Гарри, тебя выбрали. Теперь ты наш капитан. О май гад, эти лица. А кто, если не ты? Но ты не летал все лето, пора тренироваться. Пойдем, зашибись, мистер, то есть избранный. Ко всему тому кривому, что был в прошлой части, еще кривой Квиддич добавился, да? Так, окей. Квиддич! Давай уже, капитан. О, можно вниз вверх, хрена себе. Собирай звездочки, серьезно? Это весь Квиддич будет, да? По звездочкам летать придется. Ты сейчас ты меня лезь. Ой. Ненавижу игры, когда говорят: ой, смотри, давай быстрее, он сейчас улизнет. Бля-бля-бля, хабуха. Да, я молодец, я умею левый стик двигать. Ей! А, ну он решил сам повернуть, это я даже не поворачивал. Ладно. Ладно, все равно чем лучше, чем рейсовые шутаны. В виде седьмой части, точнее, первой, второй части седьмой части, что? Я уже понял, как играть, в принципе. Все, можно, я прошел игру, да? Спасибо, ветка. Слышь ты, снич! Прикольно, конечно, по-моему, я сейчас сдох. А хотя нет, подождите, там если врезаться со скоростью 30 км в час в стену, ничего не будет, потому что у них же охереть какая медицина. Я вообще не понимаю, почему... Головой задел. Почему эти гребаные волшебники не могут найти средства от рака, там, от спида? Почему они не могут помочь этим дебильным маглам? Там, по-моему, курицу только что рожали. Снич, алло! Почти получилось! Слышь, ты это будешь своему мужу... А, ну да, точно. И снова, по-моему, Гарри Поттер.
Этот жетон просто. Этот гений режиссур ее поставил. Слизерин в пролете. Гермиона. Какой Слизерин в пролете? Здесь даже Слизерина не было. Я еле-еле догнал Снитч, который больше никто не догонял. Чуть не сдох. Гермиона где-то рядом. Ударившись об кольцо. Увидимся. О май гад. Это увидимся. Почему? А, точно, здесь же нельзя двигать камеру, я забыл. Вингардиум Левиаса. Будем делать. Эй, Гермиона. Двигайся сюда. Я не знаю. Окей, ладно, ладно. Полчаса назад. Рон тебе не сказал? Я хотел, но ты мне рот открыть не даешь. Если бы ты выполнил мамины поручения, я бы ей слова не сказала. Мама хочет, чтобы мы избавились от котлов Фреда и Джорджа. Они в гараже. Я помогу тебе. Этот пахнет намного хуже остальных. Как использовать Вингардиум Левиоса? Так, ну. Так, еще разок. А. Твою мать! Так, вверх, потом налево. Ты же не забыл, как использовать... Я уже все забыл! А, все понял. Отлично. Получилось! Упс. Рип. Зелья от тряски взболтались. Так, в принципе, Чернобыль я бы взорвался, если что. Ты что? Ни в коем случае. Это безопаснее, чем мыть их. Кто знает, что варили Фред и Джордж? Возможно. Джесси, let's cook. Но подумай о рыбе. Она первое, что пришло в голову, что ли, назвала? Я не знаю, что будет, если рыба проглотит приворотное зелье. А ты? Может, они влюбятся в тебя? Гермиона, буль-буль. Я люблю тебя. Буль-буль. О да, Рональд. Как же ты повзрослел. Чуваки, у вас доступ есть к книге. А, там нету этих дебильных, да, ситуаций. Ну и куда вы хотите, чтобы я нес? А что и как бросить бег? Хераси! Класс! Рип-рыба! Вот так после каждого урока зельеварения. Неплохо. Очень неплохо. Отлично! Давайте избавимся от... Ты там говорит, сказал зельеварение, я сразу вспомнил, это снег! Они мне помогать не будут? Почему я должен делать всю работу? Какого хрена? Почему я? Я приехал сюда в гости, алло, гараж, меня и так дома бьют. Теперь мама уже не заставит нас чистить их вручную. А то нас бы ждало веселенькое Рождество. Если бы ты уделил время на изучение чистящей... Так, я не понял, какое Рождество? Вы еще в школу не пошли, алло. ...тратить время на уборку. Так же гораздо веселее. Ребят, не все рыжие такие. Рыжие нормальные, что они немножко умные даже иногда. Почему Малфой выглядит так, как будто это просто два карлика, которые стоят друг на дружке? Что это Малфой задумал? Что они с моделькой сделали? Почему? Почему он выше их на полторы головы, а? Драка, пожиратель смерти. Это обряд посвящения. Хорошо, что я хотя бы чуть-чуть помню фильм и книгу. Так я нихера не понял, что этот набор катсцен значит вообще. Идиот пожиратель. Интересно, а что понадобилось Малфою у Горбина и Берка? Ладно, попробую выяснить. Под мантией невидимкой он меня не увидит, так? Вот это эффекты. Там рука осталась, братан. Ты иди, мне нужно кое-что проверить. Петрификус Таталус! Вынюхиваешь и подслушиваешь, Поттер? Ау. Я видел, как кто-то забрался наверх. Ну, счастливого пути в Лондон, Поттер. Подождите, а это же... А, привет, Гарри.
Что ты тут делаешь? Ему же нельзя применять магию вне Хогвартса, алло. Ах ты скотина, все, короче говоря. А вот если бы Хогвартс был в России, человек давным-давно посадили уже на 20 лет. Я пытался узнать, что задумал Малфой. Я уверен, что он пожиратель смерти. Я был в мантии невидимки, но он, должно быть, заметил, как я залезал на багажную полку. Возможно, да, давай им психички говорить, все, что ты знаешь, в принципе. Кого? Мозгашин. Все логично. Он был в спектрально-астральных очках? Через них можно увидеть мозгошмыгов. Он вообще должен я пожалеть Поттер, то, что ты ей сейчас сказал, так что, а? А, ну да. Пойдем в замок. Мы опаздываем. Могут быть неприятности. Могут быть, у тебя уже неприятности. Хотя бы сложновато бродить в темноте. Давай-ка зажжем палочки. Блять, они закрылись так, как будто я сейчас в Outlast пришел. Идите с полумной в замок. Я так ненавижу. Кто это? Последние две игры, потому что мне нельзя двигать камеру. Какая-то тайна. Чуваки, по-моему, вас накрыло. Это значок. Здорово. Интересно, где найти еще такие же? Чуваки, у вас интерфейса случаем на экране нет? Я нашел еще один. И ты еще один нашел? Молодец. Молодец просто какой. У! Уже три. Блин, ну я теперь понимаю, почему, в принципе, у Волан-де-Морта почти все получилось. Потому что Поттер собирает значки, ему говорят, ты молодец, он такой, ура! Я понял, мини значки спрятаны в светящихся объектах. Окей, что с ними надо делать? Как достать мини значки? Ну. Лол. Уии! Собери достаточное количество мини значков, чтобы получить значок Хогвартса. Это такая тупость. Ничего, серьезно? Зачем мне нужны значки Хогвартса? Я что-то не помню даже. Так, я понял. Ищешь бундящих шиц? Сейчас ты их не найдешь. Не сезон. Спасибо! Я пытаюсь найти дорогу в нормальный мир. Так, окей, может быть... Верно, надо сделать, да, это задание выполнить, в смысле, сделать этот значок. Блин, это та же самая карта, что была в пятой части, они капец ленивые мрази. Те же самые модельки, та же самая карта, что за жопа. Интересно, что скажет в этом... Я еще посмотрел, как бы сюжет кампании проходит за 3,5 часа. Ой, Electronic Arts. Ей! Я не знаю, что это мне дает, но типа, клево. Окей. Катсцены примерно в 160p. 10 FPS. То, что как нужно. Вы все знаете, темные силы стремятся проникнуть в замок. Поэтому я согласился с тем, что у нас снова будет работать дуэльник. А, да, ну придут темные силы, а вы перед ними подеретесь, да? Лизнарда, вернувшегося на пост преподавателя зельеварения. Должность преподавателя по защите от темных искусств займет профессор Снег. Ну ладно, хоть он сказал Снег, а не Снег. Дамблдор доверяет этому гаду. Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Доступна новая территория, что я сделал. А почему вся территория мне недоступна? Шалость удалась. Одно хорошо. К концу года мы избавимся от Снега. Никто не продержался на этой должности больше года. Я лично буду держать скрещенные пальцы. Может, еще кто помрет. Почему вы не записались на зельеварение, мистер Поттер? Вы уже не мечтаете стать мракоборцем? Мне сказали, что я должен получить в СОВ оценку «Превосходно». Так оно и было, когда зелье варенье преподавал профессор Снег, а профессор Слизнорд с удовольствием принимает учеников с оценкой выше ожидаемого. Великолепно! Я направлюсь прямо туда. Не хочу учить зелье варенье. Я в нем не шарю. Блин, уберите этого актера озвучки, я пожалуйста. Я не знаю, как туда попасть. Он делает поворон еще более тупым. Мракоборцами. Спросим почти безголового Ника.
Он бродит по всему замку и знает все тайные пути. No fucking shit! Вы делали это в прошлом году, по-моему, да? Нет, да, да. А. Гарри? Отлично. Пацан на побегушках просто подъехал. Как настрой? Боевой, я надеюсь. Возьмем кубок по квиддичу в этом. Конечно, году. Там чё, чего лишь левым стиком двигаться по звездочкам. Да, но сейчас мне нужно в класс зельеварения. Вы не знаете обходной путь? Разумеется, знаю. Идите за мной. С удовольствием вам помогу. Надо туда ласточку рипнуть, или кто это, или сова это. Слышь? Хорошо, хоть кто в этом ты? Году зельеварение ведёт. Так, стой. Интересно, как будет и с Лизнер-то? Повернись, плиз. Почему туда? Вингардиум Левиоса. Что? Давай, давайте Рону поднимем. А можно как бы? Чё? Тут есть... Алло! Я вот это хочу взять. Можно переключиться на... Я шатал эту игру уже просто. Вот просто взял и шатал её. Да, давайте Рона поднимем, прикольно. Вингардиум Левиоса. А, это не Рон, оказывается. Блять. Ну все, короче, рип. Я первый язычок не могу собрать. Так, может так? Может вверх подняться, подождите. Смотри-ка, снова эти смешные знаки. Фни-фни-фнотки. Почти без главных. Твою мать, отойди, пожалуйста, жопа рыжая. А там, случайно, не значок? Да значок, значок! Как мне его собрать-то, алло? Понятно, все, рип. Мне пора навестить Виолетту. Здание. Хер его знает, зачем нужны эти значки. Ну и насрать, погнали. Ей, теперь больше дергать правый стик надо. Прыгай, прыгай, негритянка! Быстрее! Сваливай с этого самолета! А жаль. Может, его нельзя, как бы, ну, Вингардиум Левиосить? Только трогать? Так, видишь, таблички, Левиосить запрещается. Или там, ты не Левиосишь вправо, ты Левиосишь влево. Твою мать! А можно просто лифт захерачить здесь, а? Зато у них по-любому всех накачанные жопы. В этом Хогвартсе. Ну или это, сдыхалка, все нормально. То есть, а подождите, подождите, они к шестой части завезли без головы Ника, который будет показывать путь, серьезно? Раньше, по-моему, самому надо было все находить. До них дошло, серьезно? Они такие, а пути в один получите к шестой части. Серьезно, бежать быстрее. Хераси, хер. Ты ж без головы Ник, иди сюда, мразь, я тебе просто сейчас за 18 век как отымею. За Бородино, мразь, хотя было в 19-м, но все равно какая разница? А вот еще один значок. Ну да, еще. А, поднимите что-нибудь и бросьте в значок. А нельзя это было сказать раньше! Вингардиум Левиоса. А как поднять? А, он автоматом нацеливается, окей. Спасибо, разработчики, вы просто космические ребята. Ой, значок. Знаете, еще к концу надо сказать, как управлять персонажем. Вот знаете, перед финальной битвой говорить, мол, чувак, чтобы двигаться, нужно нажимать левый стик, блин. Вот мы и пришли, Гарри. Спасибо! Я помню, по-моему, этот спасибо, путь даже. Спасибо, Ник. Мы, гриффиндорцы, должны помогать друг другу. Если что, зовите меня. Чем смогу, помогу. Хотя бы мудрым советом. Я ваш человек. То есть, призрак. Я боюсь, что ваши советы немножко устарели, братан. Иногда я сам от себя как умираю. Ты можешь дать мудрый совет, если ты мертв? Умираю. И почти безголовый. И вот ответь мне. Как? Как? Я не могу принять мудрый совет. Из всех привидений Гриффиндора досталось единственное, почти безголовое. Он нам помог или нет? Как, в смысле помог? Ты его просил, кабинет зельеварения, вот зельеварение. Чё тебе не нравится? Читать не умеешь? Зельеварение. Дебил. Боже мой, они два дебила, серьезно, они дауны. Я вообще не знаю, как они выжили до шестого курса, как. Ну, по-моему, знаете, чисто случайность, по-моему.
Это самые удачливые люди на свете. Кому я должен здесь что-то сделать? Гарри, мальчик мой, я уже начал беспокоиться. Извините, сэр, мы опоздали, и, боюсь, Рон и я не захватили нужные книги. Да нахер! Ерунда! Возьмите книги, вари так, давай! Из моих запасов. Just cook! Простое зелье, которое, думаю, вам пригодится в учебном году. Открываем учебники и варим умастрильное зелье. Охереть. Гермиона, умастрильное зелье? Мы делали его на четвертом курсе. Делай то же, что и я. Кушайте на один из пузырьков, нажмите А. Желчь броненосца. Окей. Возьмите пузырек такой же формы и цвета. Кушайте. Великолепно. Молодец! Возьмите пузырек и вливайте, пока зелень не станет вот такого цвета. Теперь добавим часть этого. Блять, не туда. Мимо. Так, окей. Теперь добавим часть этого. Изи. Отлично. Ну, я молодец, да. Если вы жбётесь, то из котла повалит дым. Ну, типа, спасибо. О, да, правый, левый триггер. А, по очереди? Ну, я типа пытаюсь по очереди. А, не так быстро, да? Скорость и внимательность увеличивает запас времени, чтобы продолжить, нажмите А. Окей. Чтобы повторить попытку, укажите на книгу и нажмите А. А, понятно. Да, бывают такие дни, когда без этого просто не обойтись. Блин, сложно. А, ну почти! Ладно. Изи! Ну почти нормально, если чё, загнусь нахрен! Какая разница? Удачи, новичок! Fuck you, понятно, нубом называют! Еще зелень на скорую руку, зашибись, знаете, такой... Блин, есть 5 минут перед работой, сейчас закинусь! Очень хорошо! А, да! Теперь приступим к изготовлению зелья от прыщей. Что это? Зелье от прыщей, братан. Это зелье изучают на первом курсе. Неужели ты все позабыл? Зенерит, мать твою. Как нагреть зелье? Ну, кстати, здесь зельеварение поинтереснее сделано. Чем было там? Или оно таким было? По-моему, нет, по-моему, нет. Я отпустил, все нормально. Нагревай. О, да, давай, нагревайся. Да. Я. Какой же я молодец. Слушайте, кто молодец? Я молодец. Игра не соврет. Так, сейчас комбинация будет того и другого, да? Да, горячо. Как же сложно. По крайней мере, во время приготовления. Но вы все-таки постарайтесь не перекипятить. Дыра в котле. Вы все еще кипятите? А мы идем к вам. Да где там красный-то? Изи. Зеленый, давай, зеленый, где изи? Слизь в лобер червя. Розовый нужен. Или фуксия, какой это был? Я хз. Давай, сучка, нагревайся, давай, да. Изи, все нормально! Ай, это не то! Это не то! Аборт эмиссион! Черт! Я ошибся, я не увидел, что здесь вообще что-то... Все плохо, почему так мало? Так, у меня будут прыщи в этом мире. О, у меня будут прыщи, ребят.
Так. Змеиные клыки. Хорошо, что они вот она. Порошок, рядом нет хозяйки. Рип. Ну и чё? Иглы дикобраза. А, рип! Тут что-то написано на полях. Красный для новичков, нагревай, пока зелий не станет розовым. Это типа я рипнул, да? Это просто заметки ученика. Если бы это был правильный рецепт, его бы напечатали в учебнике. Да, но попробую следовать этим записям. Да, там же что-то было. Заметки полукровки, да? Почти получилось, не сдавайтесь. Изи. Просто чуть не взорвал класс, но нормально. Нормально, я так же, да, херачил. Неплохо. Не может быть, Гарри. Розовое? Розовое вино. Да. Ой. Я должен был... Или какой там мотив? Нет, нет. Красный, конечно, базовый цвет. Но розовый превосходно. У вас есть все данные зельедельца. Думаю, вы готовы попробовать что-нибудь посложнее. Например, напиток... Зашибись, братан. Ты вскипятил чай и налил мне? Захерач мне водку, пожалуйста. Вы не сказали нам, что находится в той золотой бутылочке. Это Феликс Фелицис, более известный как напиток удачи. Один глоток и везение сопутствует вам повсюду. И это зелье будет наградой тому, кто сумеет сварить более или менее пристойный напиток живой смерти. Маленький флакончик удачи. Времени у вас немного. Приступайте. Удачи. Давай я тебе подскажу. Нет, спасибо. Мои инструкции совершенно достаточны. Как знаешь. Здесь Гермиона выглядит так, как должна выглядеть, как маленькая мразь. Блять. Нормально, все хорошо. Да-да-да, да-да. Я не знаю, что это за свет. Пойдет. Варим. Я отпустил, все нормально. Так, что? А, белое, окей. До красного цвета. Кипятим. Tight incoming. Все, я отпустил. Мозг ленивца. Мозг ленивца? А? Спокойно, спокойно. Так. А, вот это. Изичайше просто. Там музон такой играет, как будто я уже Волан-де-Морта побеждаю. Я сказал, и же изичайше просто. Изи, ну все, в общем, ох ты, нихера себе, это что такое? По-моему, тут под этим классом, в общем, вырастет какая-то, так, вот это зеленая и до розового. Давай, как же правый, спокойно, все нормально, все, я уже начинаю, понимаешь, что делать сложная игра, на самом деле сложная игра. Dark Souls легче. О, отлично! Там всего две кнопки надо нажимать. Вижу, вы унаследовали талант своей матери. Она была мастерицей по зельям. Вот вам приз, как обещано. Флакончик удачи. Используйте его с толком.